А Валера там остался. Ну пошли вон туда, хоть перейдем. Ну переходи, да и все. Ну прыгай вот здесь. Я это все снимаю. Давай, переходи. Переход через реку Хибар. Какой Хибар? Не, у меня нет рук. Видишь, заняты все. Знаю, в одной фотоаппарат, в другой сумка. Ну, они есть, но заняты. Вот на этот камень становись, на черный. Мне кажется, тут надо посидеть немножко. Мне тут нравится. Давай тут. Кто они? Пусть ходят. Я... А, нет, мы все равно этому парню мешаем. Надо чуть-чуть подальше, да, отойти. Это ему еще повезло, что мы не гопники. А тут пришли мы такие конкретные, там слышали. Там еще одна группа идет, ему с ними тоже договариваться придется. Пришли такие гопники. Там это, видишь, он этого Славу перетаскивает. С пылом там такие, на полках. Что тебе, какая-то вода, еда нужна из рюкзака? Ну, рис можно. Если хочешь, я выложу. Давай, я Егора позову. Давай. Давай, Егор. Там есть одна лесная, вторая так. Более солнечная, на гречке. Посмотрите. Да, мне все равно. Сходи, Марин, я снимаю. Какая Марине больше понравится? Лучше над речкой. Одна вот тут рядом, а вторая налево метров. А можно лучше ближе к реке, вот чтобы в воде? Просто вперед пройти еще чуть-чуть и ближе. Я не думаю, что тут далеко правда вообще будет купаться. Что? Он сказал, не забудьте что-то там, мы забыли. Мы помним, помним, помним. Это вещи. Теперь стул может захватить, ладно, пожалуйста. Приключения. Полдня надо обратно.